Друзья, всем привет! Сегодня на обзоре дешевый MP3 плеер. Покупал в Китае меньше 4 долларов. Вот такой вот компактный, по размерам всего-навсего 40 мм в длину, высота 28 и толщина всего-навсего 12 мм. В виде кубика шоколада, небольшой, компактный. Я думал, что вообще будет отвратительный звук, но по звучанию чем-то похож на Nokia. И по автономности всего-навсего думал, ну час хотя бы проработать будет хорошо. Но проработал около 5 часов при средней громкости. Громкость тоже не очень высокая, средняя. Если на максимум включать, конечно, будет захлебываться. По кнопкам основным аппаратным, это перемотка назад-вперед, громче, тише. Если на плюс зажать, где-то скачок на 60 секунд в виде перемотки. Включение on-off даже без инструкции, все понятно, хотя инструкция присутствует в коробке. Вот такая цветовая индикация в виде красного индикатора. Если разряжен, конечно, он потухнет и перестанет работать. Удобный, компактный, в виде крокодильчика. Вот такой вот есть крепление на одежду. Обычно используют такие штуковины люди, которые занимаются спортом, то есть ходят в тренажерные залы, спортзал или утренними пробежками занимаются, то есть не нужно носить с собой громадный вот такой вот громоздкий смартфон, а просто вот на одежду пристегнули и занимайтесь своими делами, чтобы не слушать посторонние шумы, какие-то болтовню и так далее. Лучше так, чем без него. Поэтому очень удобно, компактно. На сайте продавца есть несколько цветовых решений, в моем случае цвет металлик, вот такой вот. Удобный, простенький. Комплектация тоже простая. Обычные наушники. Не вакуумные, здесь обычные вот такие вот таблетки. Обычно их называют мусорными, так как толку от них мало. Звучание отвратительное. Лучше свои использовать. Я использую вакуумные, конечно, наушники. Поэтому рекомендую, кому будет интересно, заходите по ссылке покупать, друзья. Пару секунд рекламы. Канал Китай Жжет. Занимается человек распаковками, обзоры снимает. Если интересно, заходите по ссылке ниже на его канал. Если интересно, конечно же, подписывайтесь. На этом, друзья, все. Мини-обзор вот такого MP3 плеера. Возможно, кому-то пригодится. Спасибо за внимание. Всем удачи. До новых встреч. Пока.